Добрый вечер, дорогие друзья, всем доброго вечерочка, всем привет. Сегодня у нас в эфире будет Front Mission 4, и сегодня будем продолжать проходить эту великую баталию, как говорится, на больших сильных машинах. Приветствую Дартликс, привет Бу, всем привет, ребята. Всем, как говорится, доброго вечера. Начнем нашу битву. Вот карта памяти первая. Да, большие и сильные. Что может быть лучше? 07, порт Кумана. Вчера мы остановились и будем продолжать с него. Прям как я. Так, ну что ж. Наша задача сейчас, по-моему, перевести груз и с этим грузом самим свалить из страны. Так, установка Ванзера. Давайте на заглянем в настроечки. Кое-что подкрутим нашим Ванзером. Так, Дэри, участие, оружие, рюкзак. Рюкзак, части. Так, рюкзака у него нету. В принципе, ничего такого тоже нету. Пока что ничего нету, магазина нету, как я понял. Да, магазин у нас нету. Так, вид брони. Краска, вещи. Рюкзак, оружие. Пока тут ничего нет, на самом деле. Магазин еще пока не открыт за их компанию. Так что идем дальше. Кассет плюс ДРБ прям как у кое-кого. Ага, напоминает очень сильно кое-кого. Чанг. Нам нужно оборудование для Уанза. У вас есть? Конечно нет. Я ждал, что вы мне что-то привезете, помните? Но если вам так нужно оборудование, я знаю другу парня, который этим занимается. Его магазин вот тут. Чанг. Кстати, Чанг, мой связной из USS попросил забрать то, что ты должен ему. Давай сюда. Ты о чем говоришь? Я ему ничего не должен. Тогда, может, я скажу твоей жене, что... Ладно, ладно. Но это все, что у меня есть. Возьми. Получено ружье Киришима 51. Ага. Прям как я большая сильная машина, и чего мне вполне так не лучше. Привет, Дарклик, привет. Чанг. Успокойтесь, Кай, ладно, армия штата все еще патрулирует эту территорию. Все, уйти. Вот, теперь у нас есть магазин. Блин, стоило зайти в магазин, только сейчас он появился, через секунду. Вы кто такие? Как вы нашли это место? Мы друзья Чанг, он сказал, что вы продаете оборудование. Чанг, да, я продаю оборудование, но у меня кончились запасы на складе позже. Шикарно. Зашли в магазин, в котором нет припасов. Так, ладно, выступаем тогда. Ну и что там? Nope. Надеюсь, все тихо, но ты держи глаза шире. Тоже Рейнджерс. Есть. Эй, что за звук? Ого, что это было? Поезд грузовой ВОЗ. Это часть транспортной машины, созданной для доставки грузов в город на большой скорости. Но подожди, почему она едет в это время? Ты видишь то, что и я? Да, наверное, это на те парни, о которых говорил Чанг. Чаще, что нам делать? Не думаю, что они ищут нас. Будем лежать и ждать, когда они уйдут. Но... Как думаешь, что они делают с поездом грузовозом? Не уверен, но они используют его для перевозки Ванзеров. Пилотами внутри? Надеюсь, нет, иначе они могут сильно пострадать. Эти штуки не предназначены для перевозки людей.
Да, эй, эти уанзы не будут как венесуэльские. Я больше этого не выдержу. Чифер, ты в порядке? Эй, стоп, не троги-то! Ау! О боже, что случилось? Этот парень испугался и выстрелил в одну антипиратскую ракету. Чифер, ты идиот! Ничего не сделаешь. Кто нас атакует? Это все? Выходи до ЮСС. Ты мне говоришь, что армия СС где-то рядом с портом Вавилу? Это достоверная информация. Значит, это резервный взвод. Что значит, что их не должно быть много? Эй, ты! Да, сэр. Этот корабль используется вражескими силами. Атаковать и уничтожить. Так точно, сэр. Мы тоже пойдем. Мудро ли это, полковник Иванов? Штаб распорядился особенно сохранять высокую секретность. Тогда мы должны сделать это быстро и тихо. Пойдет только небольшой ударный отряд, включая меня и тебя. Остальные будут тут и продолжать работать. Конечно, полковник. Что делать теперь? Что ты имеешь в виду? Что нам делать? Но они не оставят нас в покое, это точно. Пригнись, Чифер. А ты, Чанг, ждешь нас, правильно? Да, я знаю, но... Ну все, я выхожу из игры. Чанг, вернись, сейчас же! Ушел. Парни, выше нос. Отлично. На ровном месте нарисовалась битва. Я не знаю, глупее сцены я еще не видел, честно сказать. Крутой взгляд из кабины. Но я тоже, как вообще взялись такой в армию? Но он как бы не совсем в армии служит, как я понял. Он же как типа этот механик. Получается. Хотя хрен он знает. Зелёй русский Николай. Да, именно так. Ну все, сейчас мы его устроим. Погода ясна, время ночи. Сегодня уничтожить всех врагов. Ясно. И кто против нас сейчас будет, естественно? Дайте посмотреть. Солдат. С чем? С автоматом. Ага, вот снайперша это получается. Злая русская Иванова, как говорится. Кто там еще у нас? Ивавило. Большой злой Иван, как говорится. Так, ладно, кто еще? Все? Все противники? Хрен поймешь, такая карта огромная. Ну ладно, давайте ближнего атаковать будем. Так, снайпера на крышу, естественно. Врага 3, как я понял. Мне там что-то отключил, промахнулся. Ха-ха-ха.
вообще на что-то враг. Блин, ну вообще на другой стороне. Два пулемета крупнокалиберных, это плохо. И лучше держать на расстоянии. Потому что он того разберет быстро. Так, мой ожил получается. Дойдут, того уже прикончится. Блин, одна клетка не хватает.
опасен.
этим заняться, мелко. Свой кусок жизни. Так я оставил. Чертова связка, блин. Так, ладно, становись сюда. Сейчас очень сильно унизилась, потому что нам руку оторвали.
козлы. Так, пойду, что привет, Химёнок. Ванувно. Ага. Козлина, а уворачивается еще. Козлина, блин, увернулся еще. О, Ивановна с палками. Да нет, у нее снайпер будет как раз. Так-то у нас шанс есть выиграть. Главное того снести автоматически.
сейчас, если его добьем, тоже мы уже. Осталась эта баба и все. Я тут позаварить надо. Можно мазать. А, это же наш. Все, отлично. Опален, правда, в ноги. Первый атаку, ты всегда в руку попадает.
он снайперку и оторвал сразу же. Почему не попадаю, когда 80% попадения, по идее? Хитрая, блин, баба, а? Еще и первый, блин, атакует. Прекрасно, оторвал мне еще и снайпер, но теперь я точно проиграл. Попахивает читерством, по-моему, со стороны компьютера. Перезапустим эмуль. Пес, блин, просто взяли, вынесли с одной, я не знаю, нычки просто.
Да нет, нисколько не горит, если честно. Сейчас мы навыки поднимем просто. Я забыл, тут отдельное окно навыков, а покупка магазин другое. Так, уклон, пули. Что там пули? Побег уменьшается в одной пули. Так, что-то вообще есть апгрейд. Второй уран. Допустим. Быстрый огонь. Включить часы отражаем плюс на 120. Вот это нужно. Включить ущерб от боя. Тоже нужно. Только подожди с ним. Так, это не нужно. Сука точно наносит больше ущерба. Так. Точность тоже нужна дробовику. Так, установка связи. А нет, такие средние миссии на самом деле. Получить способность. А мне кажется, после тех бонусных сложных миссий с Front Mission 3 меня никакая миссия уже не возьмет, по-моему. Получить способность. Навыки. Все, тут с ним разобрались. Бля, 2 очка умений, тут получит больше талантов, получит точность винтовки на 1. Заряжает уклон цели на 1-2 на все время битвы. Заряжает точность попадания на 1-2 на все время битвы. Вид. Получит точность на 200. Побег. Шанс ударение вот в тело цели примерно цель. Фокус вниз. Шанс ударения ноги цели примерно типа цель. Так, только одно из этих трех можно. Вот это сделаем. В отряде. Ну, посмотрим, что там будет твориться. Получать способность, снять навыки, установка связи. Турн квалификации. Задерживает действие пилота, вообще защита на 150. Все раны тела трансформируются в раны на руку. Вот это ему и нужно. Вот, дамыш обнуляет весь ущерб в атаке, если он меньше, чем 10 очков. Снижает ущерб в атаке, то отстаток от очков до 100 очков. Объект вводит элемент цели до 10 минут, метр плюс, еще число же становится течками, надо спуститься с его плюс.
увеличивает скорость на одну, это делает пилоту. Умение. Чуть отклонение 3, это помогает пилотам легче избавиться от атаки, как можно уклониться уклон на 0. Так, оп. Все нормально. Так, вот теперь им жопа будет точно. Сейчас мы хизи выиграем. Ну все, газ, сейчас я вам всем устрою. Так, этого, короче, сразу туда тащим, вот к ним, чтобы они сразу все вместе были. Вот и способность заработала, быстрый огонь. И уже гораздо больше уносим. Так, сейчас изи заскатаем их всех. Фокус вниз, поиск, команду навыки, фокус вверх, нет навыка. Давайте фокус. Так, ну ладно, мимо так мимо. Дэмэйдж 10. Получаем. Вот это я понимаю, это другое дело. Так, фокус. Отлично, попад в тело. Вообще прекрасно.
Короче, фокус атака, такая способность, как я понял, попад в тело прицельно. Минус один. Сейчас ночью сижу на кухне, жую красную рыбу. Приятного, короче, любитель рыбки. Так. Ремонт. Сейчас снайпер как жахнет. Ну, короче говоря, маленький шанс попадания, это лучше юзать крайне редко, лучше обычно так использовать. Ага. Подвижность отключу, но это фигня. Отлично. Слушай, ты урон значительно поднялся. Так, паник-шот сработал. О, прекрасно. Сладкие сюда. Вот тебе. Так, сейчас мы его быстро раскатаем. Все, минус одна рука уже. Там что ли, хотя костет не буду вязать пока. Рад, блин, сломал именно руку, то надо завязать костет. Пропиваю. Приятного тебе пищеварения тогда. Бу. Тоже иногда люблю поесть брокколи, полезно для здоровья. Так, как спрейть? Что? Дробовиком. Так, последний стенд какой-то применим. Ты козлин, руку оттяпал. Просто тут не то. Все, так ему отбили. Да, я знаю, такие жесткие какие-то, слизкие немножко. Понялся.
на рыбу. Все, пошли разговору про еду. Теперь саму захотел жрать. Уточка. Уточка Хью любит рыбку, как я смотрю. Да, что-то захотел саму соленой рыбки. Так-то в холодильнике у меня там припрятано пару штучек. Точнее, сушеный рыбы. Масло. Да, масло там с петрушкой. Что может быть лучше? Те колотушки, мы его почти добили. Сейчас добьем. Сейчас, блин, увернулся. Кормушек ментай в мясной заливке. Смайлик Гомера Симпсона. Так, это тоже двинул снайперша. Отлично, прям по колотушке залупили ему. Так. Я сейчас бы филе дельфинчика. Какие мы любители-то рыбы. Еще такой экзотической какой-то. Так, ремонт.
запчасти. В принципе, без ремонта пока может обойтись. Так, ну чё, в итоге пока что так себе все идет. Отлично, минус один пулемет. Блин, ну сволочь, а доковырял же все-таки на одну клетку. Откуда, блин? Поломал нехило, блин, столько с одним пулеметом, блин. Остается, как всегда. Я готов. Так, осталась последняя баба. Завалить. Да ладно, да как так? С одного выстрела прям. Что-то попахивает это. Прости, я не хочу умирать, я выпрыгиваю. Попахивает, по-моему, читерством, блин. Ну ладно, хорошо. Нас оно было в любом случае. Так, ремонт. А я же говорю, прям в тело корпус, прям так сразу, и бац, нету. У него, короче, самый дохлый ванзер, типа Рексона. Так, правая рука. Ну что, еще другой есть у нас, более сильный. Сейчас он устроит его.
Я не понял, почему она первую атакует, блин. Так, быстро огонь, еще дэмэйчик с 2. О! Да, понимаю, нормально зашло. Почаще бы дэмэйдж связался, было вообще сказка. Так, уклон, надо его починить, ему ноги, чтобы мог уклоняться. Нифига у него урон. Блин, еще и уклоняется, сволочь. И опять в тело попал, как на зуб, блин. Будет смешно, сейчас она его все забреет. Так, блок дэмэйдж. Да ладно, да как так-то, блин, что за бред? Да ну да, что за фигня, блин. Уложила двоих сразу прям, блин. Пипец, блин. Что за фантастика, я не понял, блин. Как так двоих вообще? Меткость прям в тело бы. Пипец. Надо же было сломать, блин. Двоих причем ровно в тело. Автомат. Че, зараза, в ответку уже атакует, блин. Блин, не понял. Читер, читерство какое-то конченое, причем двоих сбило с одного этого, блин, еще и, я не знаю, попадает прям в этого тоже метка куда надо. Так, ладно, сейчас попробую по-хитрому. Снайпер, блин. Жалко, нельзя карту, блин, развернуть. Вот это бесит. Невозможно посмотреть нормально. Сволочь, а. Уклоняется, блин. Да я бы не сказал, что посложнее, здесь, по-моему, как будто читерством попахивает, я же говорю. Прям так точно двоих убило разом. Я замечу, с двух просто ударов сразу двоих.
Прям что-то вообще прям везуха. Я еще как назло вон, блин. Да, вот опять он мне снесла автомат. Еще как назло дают первый атаковать почему-то. Я не знаю почему. Возможно, я не знаю. Хочу карту повернуть, не могу повернуть карту. Как я вообще поворачивать? Возможно ли вообще это делать? Слабая атака. Ты же атакой не назовешь просто. Вот тут комариный укус. Понятно, короче. Короче, гуфнули вообще просто. Я не знаю, как-то дико тупо вообще. Очень дико тупо. Я не знаю, как ей так повезло снести двоих. Причем ровно в тело. Второй, первый-то хрен с ним, понятно, попало, бывает. Но второму прям в тело еще с одной нычки, так это вообще что-то невероятное. Так, ну хорошо, хорошо. Чаще, по-моему, я лечу как можно чаще и так. Что и лечи, что не лечи, одно и то же. Так, расположим просто по разной точке. Почему нас так решили расположить? Я вообще вот этого не понимаю. А, только выбранные квадраты, да, получается? Замечательно просто. Шо, пофиг, поставим как есть. Да, мне тоже кажется. Сейчас, короче, поймем, что к чему. Я думаю, мы уже даже поняли, что к чему.
пока ремонт не требуется. Да что такие контейнеры, блин. Что эти симуляторы дают? Я, блин, ушел что-то вправо. Оп. Все понятно. Так, ладно, так и дальше. Это смешно, это какая-то не атака, а, не знаю, это царапина. Так. Вот эта хрень не сможет залезть сейчас. Не сможет. А, ну он отключить может, но фигня. Да ё-моё, 5 хп на х... осталось, блин. Короче, симулятор здесь сделали обязаловкой, как я понял. Так, ну сейчас только отключать будет. А то он уже у нас нам не нанесет, тоже хорошо.
Спасибо за подписку, механик. Добро пожаловать в наш клан юных самураев. Приветствую, дружище. Доброго вечерочка. Так, ну что, пока что мы неплохо справляемся. Следующий уже к нам подходит. Эта дамочка тоже задвигалась. Так. Мы почти починили нашего ланзера. Короче, нашли хоть один способ, при котором можно немного понизить себе урон. Так, вы готовы, осталось завалить еще двоих.
Короче, надо атаковать так, чтобы та тоже нас не смогла атаковать связки. Пойдем сюда, тогда лучше починим, товарищи. Да, бои долгие, действительно, дольше, чем в третьей части. Так это четвертая часть. Так, блок поставил. Так, урон минимален. Кота не приперлась бабенка, надо этого быстро сдолбать. Мимо. Мимо. Так. Сейчас как прогулка, ну да. Так, атакуем. А зачем мне нажать F4, Фимич? Турборежим. Да нет, зачем? Будем играть как в оригинале задумано. Чем нам эти турборежимы? Так, сейчас мы этого добьем уже, я думаю, скоро. Блин, ты кончик, а. Так, ну ты попал. Так, вот этой бабой заняться надо. Так, 77. Она 53. Попробую фокус сделать. Я не понимаю одного, почему она первая атакует, вот это тут не могу понять. Так, руку починили. Починить как можно больше, чтобы не раздолбали. Блин, что-нибудь оторвет нам еще. Так, мимо. Если это зажать можно было бы, тогда бы она никогда не убежала. Хотя вблизи бы убила, я думаю, потому что у нее снайперка. Достаточно мощная. Так, спрячь тогда отсюда. Я думаю, не зря нам дали эти контейнеры. Черт, немного в левую руку не попали. А сколько я процентов? Не вижу ни хрена.
Нет, я из этой ее панели не вижу, сколько процентов по мне. Так, ладно, пойдем. Отлично, в корпус попадания. Привет, медпират. Привет, дружище. Доброго тебе вечерочка. Также тебя приветствую на канале. Так, ну что? Атака. Можно, конечно, в него, но я лучше починю Ванзера. Этого я спрячу. Так, починим ноги. Короче, надо как-то между контейнерами прятаться. Нехило он хп снес. Подозрительно много. Как-то странно. А что она промахнулась, блин? Да, надо вот эту добить машину. Так, будет дэмэйдж. Ага, понятно. Атакует тоже. Все, минус. Он гегемон проходил. Я в 4 помогал. Ну я не спорю, да, есть такой аспект, когда скорость тоже нужна, но раз в игре задумано так, то будем играть по стандарту. Так, ее можно или его? Лучше, наверное, его, что добить уже можно было. Ну и, конечно, мы не попадем в руку или в тело. Ему самая крутая игра. Понятно. Ну, может, когда-нибудь до нее тоже дойдем. Да ладно, да как так-то, блин? Понятно, короче, блин. Прям метко в тело попало. Парни крепче, чем я думал. Блин, опять 25, блин. Ну что за хрень? Я что-то не понял, что за мега-снайперша вылезла на поле боя? Ну я не знаю. Может, просто уже другая платформа и чуть другие, наверное, какие-то показатели в виде графики. Блин, обидно. Потеряли опять, причем точно в тело, точно прям в тело. Вот это и бесит больше всего. Долбанный, блин, попад в тело. Да, блин, еще атаковать хочет этот засранец. Из этой дурацкой снайперши с ее связкой. Херовая точность, блин. Так. Как же сделать-то, черт возьми? Блин, пипец там иксов сколько. Допустим. Так, вид один. Уж попади. Попал в корпус, отлично. Нам тоже в корпус неплохо так попали. Так, ладно, его прячем. Блин, я обалдеваю просто от
урона, который нам наносит. Сейчас только, короче, лечим снайпера. Че тебе надо, ты, блин, недобитый? Нет, она не попадет, это уж точно. Слишком маленький процент. Так. Короче, надо того добить автоматчика сейчас. Да ты... Сволочь, а? Ну добил бы уже, блин, да что ж такое, 7 хп, блин. Издеваетесь, что ли? Так, ответку он дать не может, но я могу не попасть туда. Женька Иванова. Это мы лишь бы, блин, красивых девчонок видеть. Так, ну чё, попади. Ты судьба в руку попасть. Попало, да ладно, ну тут ноги. Ты, блин, кусок металла недобитый, сейчас тебя на металлом пущу. Подбешивает так вот это вот, блин, вот эти сопли, которые остаются у этих врагов, блин. Еще подбешивает то, что меня прям так чисто убивает снайпы с одного выстрела в тело. Да, хорошо, попробую так тогда. Тут тоже, конечно, автомат как назло поломали. Так, как мне тебя так спрятать? В принципе, за контейнерами. Так, этого тоже за контейнерами можно спрятать. Давай, добивай его уже. Наконец-то. Все, осталась одна баба. Сейчас главное правильно скооперировать все силы и ее завалить по-бырому. Заперлась. Она мало попадет, 34%. Будем чиниться, пока он там будет стрелять. Этого снайпера уводим. Тоже 68 попаданий. Но я больше попаду в нее, честно сказать. Мимо. А ты кончится, блин. 94%, как не попасть-то? Так, ладно, и вот это сюда тарим. Шванул, а меня трогает. Так, 43%. Как назло завалил самого тоже мощного бойца, который хорошо бы задамажил ей. Да блин, я не могу посмотреть сколько процентов. Ну ладно, хрен до себе. Почему она первая атакует? Я, блин, не понимаю этого прикола. Почему она атакует первая и всегда попадает, причем точно в цель или в руку, или в тело. Я вообще, причем ту руку, в которой находится снопа. Что за дичь? Я чуть не врубился. Пипец, блин. Что за преимущество, я не понял. Я должен первый атаковать-то.
часа уже тут проходим миссию, ничего даже не прошли. Как назло, надо было поломать, конечно, но ну ладно, сейчас мы его починим. Так, обновление части. Все, снопу вернули. Так, теперь надо его как-то грамотно спрятать, я не знаю, вот сюда куда-нибудь. Так, ну я должен попасть, она вообще не должна попасть. По идее. Только, правда, правую руку. Но если правую руку оторвем, в принципе, нам еще повезет. Но она в любом случае. А, в него. Ну давай, давай, целься в него. Так, лопата корпус. Еще я глушил. Так. 80-58. Допустим. Ноги поломал. Хорошо. Ненавижу эти уклоны. Пусть она в него агрится в любом случае. Ну, надо же, какая меткость, прям в тело, удивительно просто. Но это ничего страшного, мы-то еще можем починиться. Как бы, пусть она на него главное агрится. А снайпера можно даже вот сюда спрятать. Вот что-то мы как на зоне достаем на одну клетку. Сколько? Я даже не вижу, сколько. 59, кажется. Хрен попади называется. Хорошо, что она хоть на него агрится. Так, правая рука, ничего страшного. Мы даже можем атаку сделать сейчас с помощью того механика. Сейчас его строю. Чуточку что-то там снес. О, у меня позиция покруче будет на 30%. Да чтоб тебя, а? Еще атаку проделать. Да ладно, руку поломала, да пипец. Удивительно просто. Попали в руку, ну блин, как всегда не в ту, которую надо. Так, вот сейчас
сейчас уже стоит чиниться и почаще. Ты, блин, меткая, пипец, блин, 53% и попадает. Неужели я попал в корпус? Походу, пора из этих 4. Да мы уже почти прошли. Тут уже немного осталось. Так, куда интерес попадет? Тело попало. Ну, в тело хрен да с ним, этим телом. Да он-то учинить, в принципе, и этого тоже понемногу. Так, ремонт. Ему надо руку обновить. 63, да, получается, а так? У нас, конечно, точность она побольше. Хотя ток от этой точности. О, так даже получше будет. У нас как мини-укрытие будет. Ну ты, блин, метка. Я просто поражаюсь, блин. Еще же уклонилась, блин. Да пипец в тело. Опять. Ой, блин, что за идиотская миссия, ебать. Так, ремонт. Не понимаю, почему она первая такой? Чё за подвох? Понимаешь, может, симулятор? Я не понимаю вообще это херни, честно говоря, которая творится. Почему это вдруг она наносит столько урона? Да ладно, 5 в тело. Да как так? Что-то прям попахивает читерством. Тело опять чиним. Понятно. Хрен я попаду, наверное. Ладно, рискну. Две атаки ночью переживет, это точно. Так что надо там руку починить по-бырому. Блин, как назло, на того взяла и снесла в наглую, блин, а? Вот, блин. Что там навыков снайпера было? Ну, в общем, посмотрим, что там еще. Так, ну надеюсь, сейчас попадет, я надеюсь. Так, она мажет, это радует. Главное, чтобы мы не мазали. Отлично, в корпус. Что-то прям маловато, конечно, но вот то, что в корпус, это уже хорошо. Пипец, целая миссия, я же говорю, за один стрим только. Так, отлично, попал в руку, вообще шикарно. Она все равно нам не нужна для такого ванзера. Так, сейчас мы его атакуем ее. Отлично, корпус, замечательно. Мы уже близки к победе. Так, обновление части. Все, плюс автомат.
решила сменить позицию. Это хитрая жопа. Мимо. И это радует. Все-таки у нас шанс повысить на победу. Все-таки старый багаж фронт Мишина 3 нам помогает в любом случае. Так, ну мы точно в нее попадем сейчас. С моим-то процентом. Да ты... Вот читерная баба, еще и в тело, еще и оглушила, блин, а? Сволочь, блин. Читерная баба просто, прям пипец. Ага, теперь решил взять такие выстрелы, которые вышибают нас. И еще гадина первая же атакует, прям, блин. Я же говорю, что-то с чем-то, блин. Дело. У нас все равно преимущество это по-любому, нежели у нее. Отлично, она не попадет мне. 0%. Отлично, в корпус. Еще один выстрел и готово. Потому что выстрел был удачный. Решил подойти, ну давай. Сменила позицию. Вот хитрая морда, блин. Сейчас мы тебе устроим. Касая, сейчас с автомата подстрелит немного. Отлично, замечательно. Просто. Я даже могу сейчас сам с автомата подойти к ней и просто расстрелять. Что я, наверное, сейчас и сделаю. 88, а там сколько было? 56 на 56. Ну так, конечно, лучше будет. Молодец, попало. Сейчас моя очередь. 8 хп, блин, охренеть. Сколько у него? 144 еще. Все, я сейчас трындец. Все, отдыхай. Наконец. Нет, я только что здесь. Ой, блин. Пипец просто. Два часа, ровно два часа мы на эту миссию проклятую потратили. Итог, прибыль, обслуживание, понятно. Ладно, походу придется потом еще в симуляторе побегать. Познаем, что это такое. В любом случае надо будет зайти и узнать. Колонел, полковник. Он доставил тебя, я вижу. I'm sorry, sir. Извините, сэр. It happens. Случилось, куда они ушли? I believe they are still hiding. Наверное, они еще прячутся в этом заливе. Find them, найти их, но не нападайте. Я хочу узнать, куда они направляются. If I may say, я думаю, сэр, нам нужно оставить их в покое и сосредоточиться на нашем задании. Смешно, но я не помню, чтобы я спрашивал вас, Валилов. Нет, сэр. Слушай, это был резервный взвод. USS, yes. Если они доложат от нас штаб, наша миссия окажется на грани срыва. Теперь ясно? Yes, sir. Да, сэр. Then do as I say. Тогда выполняй. Yes, sir. No, sir. Сразу снимай, допустим, только можно было. Подождите, пока не зарядят. Так, что за махина убийца? Чего они там, блин, какой-то прототип достали, что ли? Звездец какой-то, блин. А не миссия. Ладно, главное, что прошли, блин, каким-то чудом просто. Посмотрим, что дальше будет твориться. Чифер, у тебя должна быть серьезная причина запустить эту ракету. Прости, я просто испугался. Ты лишь испугался? Если бы не ты, мы бы уже выбрались из страны. Оставь Дарью, у него нет времени. У него нет времени, типа того. Наверное, ты прав. Но куда нам деваться, армия
солдата теперь должна быть кругом. Что самое всего удивляет, я, говорит, испугался. Если ты пугаешься, ты обычно ничего не делаешь. Ты как бы сидишь где-то там в сторонке-то. А в итоге этот идиот тупо пустил ракету, только привлек внимание на нас. Получается так. Просто нужно сматываться, бежать и попробовать найти выход. Это будет сложно. Нужно надеяться на удачу. Не часто ли? Да, именно так мы как-нибудь справимся. Не вешай нос, Чифер. Все, спасибо, Рейнджерс, я буду стараться. Не в том дело. Этот Чиферка такой идет, как его в армию стопинировал. Я же тоже поражаюсь просто. Зачем вообще его туда взяли? Так, Рейнджерс. Нужно покинуть город и спрятаться в горах, хотя я не знаю, куда отправиться потом. Жизнь в бегах опять. Нужно погрузить аппаратуру и боеприпасы. Проверить уланцеры тоже. Проверить, что они уланцеры. Говорит Кумана. А, это город Кумана. Ты тоже заметил Дэрил? Да, они следили за нами, как только мы вошли в город. Кто? Не оборачивайся. Наверное, парни из Гавани. Они, наверное, ждали, что мы выйдем из укрытия. Пускай продолжает следить. Постараемся уйти, как будем знать, что это они. Да, город Кумара, типа того. Так. И что у нас тут? Установка Ланзера, установка пилота, симулятор. Допустим, зайдем в этот ангар. Дэрил. Понятно. Так, там диская машина, уклон. Увеличит уклонение на 3%, помогает пилотам. Легче избегать атак, но пилот не сможет уклониться, если уклон на нуле. Скорость, очки умения, линк очки, получает поддержку других пилотов. Наверное, уклон лучше сделать. Автомашина. Автоматически отражает контратаки, когда у вас повреждение системы, отключение или системы. Ага. Ну, я думаю, это будет полезно. Так, последний стенд. Активируется только когда жизнь меньше половины. Жизненная сила меньше половины. Чем ниже жизненная сила, тем выше степень активации. Причиняет критический ущерб врагам. Это я тоже думаю пригодится. А, только можно 3 поставить навыка, понятно. Привет, Сови Спит. Доброго вечерочка. Так, увеличить число отражающих выстрелов на 120. Вот это, наверное, лучше. А вот это я не знаю, стоит ли это вязать. Автоматически отражает контратаки, когда у вас повреждение системы. Отключены на системы подходящие виды оружия. Ладно, это мы уберем, поставим заряд, наверное. Будет еще под боя. Вот это оставим. Так, получить способности, апгрейд. Фокус вниз. Увеличит шанс по ударению в ноги. Прибавляет 2 очка умения, пилот получает больше талантов. Поднимает макс АП до 2, пилот с таким АП могут совершать больше действий, при бороться с большим количеством противников. Фокус вниз, цепь. Увеличит точность, цель не может уклониться, но пилот тоже не уклонится, но контратаковать до следующего хода. Но вот это, я думаю, нужно будет. Тоже нам пригодится. Фокус здесь тоже купим, побег. Выводит элемент из игры до действия врага, до скомбинированной битвы. Вот это поднимем, наверное. Что еще можно? Установить навыков. Навыки, по-моему, все, что можно, мы установили, пока хватает. С точки зрения тактики Front Mission 4, конечно, может и лучше, чем 3, но в остальном оно, конечно, так себе. Но я согласен, да. С точки зрения как бы тактики, я заметил, вот уже я третий стрим провожу.
Игра немножко лучше в плане тактики. Здесь надо тонко рассчитывать что-то как. На это уходит и много времени. Но в остальном, конечно, сильно порезали многие функции. Ну, в угоду реализму, наверное, я не знаю. Хотя, если вот сравнивать чисто, допустим, не сравнивать третью и четвертую часть, вот если сравнивать чисто отдельно четвертую часть, то она неплохая. Но если сравнить с третьей частью, то, соответственно, она больше урезана, чем третья. Потому что в третьей было дохрена всяких навыков, функций, ну и всему тому подобное. И было немножко даже проще, мне кажется. Поддержка действий. Установки навыков, получить способность. Купить способности, купить навыки. Пятую вообще серию убил. Но я не знаю, я играл только в третью, и вот сейчас только знакомлюсь с четвертой частью. Но что-то пятой даже не знаю, что там вообще происходит. Так, уклон плюс 3. Уклон. Учат отключение на 3%, это помогает пилотам легче сбегать. Так, ну какой-то смысл, конечно, понятно. Это обязательно надо. Пилотов быстрыми. Тоже можно, наверное, купить, хотя что там, очки умения еще есть. Побег есть. Блок. Вот это нужно. Вот это обязательно. И скорость, я думаю, тоже пригодится. Плюс побег, наверное, тоже. Или хотя, наверное, ап. Ладно, лучше побег сделаем. Так, апгрейд. Установки. Навыки. Защита, это хорошо. Ему нужна будет. Вот это тоже нужно. Вот это тоже, кстати, ему нужно будет. Вот это тоже нужно, хотя уже не лезет. Ну ладно, пусть будет вот это самое необходимое, более-менее максимум такое подходящее. Все, отлично. Теперь, да, и естественно мы теперь сохраняемся. Да, побег вроде норм, но мы проверим еще потом на битве. Так, уйти. Говорить. Рэндж. Нужно место, где можно уйти от слежки. За нами следят. Так, Куркумани, Карибы. Допустим, Карибы. А, Карибы это бар. О, надо же, какими судьбами. Оу. Ой, простите, мисс, я вас не увидел. С вами все в порядке? Спасибо, все в норме. Эй, а ты милый? Я? Нет, не ты, этот блондин. Я? Да, ты угостишь меня выпивкой? Можешь взять и своих друзей. Да, конечно. Это со мной что-то не так или с этой картиной? Мне тоже так кажется, у некоторых людей странные вкусы. Говорит женщина-бармен. Похоже, что в доках завязалась перестрелка. Неужели войска ЮС добрались? Моряк Минсуэл. Я знаю этот город как свои пять пальцев. Немногие знают, но есть путь к магазину в Гаване. Пошли, я покажу дорогу. Китайский моряк. По твоему лицу видно, что Чанг тебе достал. Я же тебе говорил, будь осторожна. Я слышал, что антигосударственные войска снова вступили. Но с кем же они будут воевать, если губернатор имеет разногласия с ЮСС? Женщина. Классный комбинезон. Вы кто, парни? Мейзе. НЛО. НЛО? Да. Ну, мы охотимся за НЛО. Последнее время их в этом районе много. Эти комбинезоны. Это наша униформа. Нравится? Ищите НЛО в зоне военных действий. Вы храбрее, чем я думал. Смешно звучит, правда? Вы будете искать маленькие летающие тарелочки сегодня ночью? Что? Да будем ночью, НЛО. А где вы будете их искать? Где? Ну, с... А можно с вами? Нет. Почему нет? Я хочу увидеть НЛО. Мы собираемся туда, где можно жуков и всяких ползучих штуковин, которые вылезают ночью. Это не место для такой юной леди. Ладно, в следующий раз тогда. Прости. Посмотрите, кто там на улице. Хорошо. А выглядите клево. Вы не спортсмены? Да, точно.
дерево, все чисто. Что чисто? Небо, ну знаешь, ну вот, сложно засечь, когда тут тучи. А, конечно. Простите, мисс, но нам пора уходить уже. Очень жаль. Ну, может, еще увидимся? Нет проблем. Женщина, Супермен. У тебя девка и лучка. Да, знаю. Ну, стараемся как-то переводить, вживаться в роль. Так, женщина. Я вас так запомню. Надеюсь, что увидимся скоро. Короче, та самая баба, которая нас там встретила. Ах ты ж, снайперша, блин. Мясного разлива. Бармен, маленький сой, китайский, уйти. Все, уходим. Пока. Пока. Пошли, Чифер. Ловила доклад. Сигнальный юнит размещен на них в грузовике. У нас есть четкий сигнал, полковник. Окей. Позвольте спросить, сэр, зачем эти ухищрения? Мы можем взять их прямо сейчас, пока они не в ланцерах. Мне интересно их убивать, когда они могут отпиваться. И нужны мишень для моей новой игрушки. Да, сэр. А я надеюсь, никогда не увидимся. А, нет. Что? Я забыл спросить имя твоей девушки. А, странно. Чифер всегда был странным. Я знаю, это не то, что я имел в виду. Парни, которые за нами следят, исчезли. Я думаю, что они выйдут за нами из бара. А, ты прав. Не знаю, почему их нет, но нам лучше выйти из города, пока они не решили вернуться. Так, магазин. У нас есть магазин. Давайте нам сейчас поговорим, Рейнджерс. Может, это и неправильно, но я думаю, что нужно покинуть город. Эх. Так, магазин. Хоть, надеюсь, сейчас что-нибудь появится полезное. Торговец оружием. Эй, вы знаете кого-либо из Каракаса? Нет, мы никогда не были в Каракасе. О, так вы не революционеры? Революционеры? То есть партизаны? Вы хотите сказать, что имеете дело лишь с революционерами? Нет, это не так. Я просто хотел узнать, как живет Калива. Торг оружием. Наконец, груз доставлен, посмотрите. Так, окей. Стоп, лансер. Обычный выкрыл злодеев. Я могу убить врага прямо сейчас в баре, но я не буду этого делать. Я подожду, пока они накопят силу, соберут армию и уничтожат меня. Да, логика, великая логика злодеев. Ни одного погоревшего злодея, наверное, в игре. Купить, продать. Ну, давайте, наверное, займемся покупками. В принципе, меня Ванзор нашего товарища Дерева устраивает, и Чифера тоже. Единственное, другого товарища не устраивает Ванзор, снайпер. Так, где Рейнджерс? Вот его. Можно ему какой-нибудь такой крепкий какой-нибудь корпус поставить. Именно тело причем. Так, что же ему поставить? О, тем более по плюсам выигрывает Хаски М1. МК, точнее не один, а в общем какая-то модель. Так, что у нас тут еще плюсы есть? И вес, кстати, хорошо увеличивается. Свободно. Так, плюс 5, ага. Здоровье хорошее. Куб 500. Угу. Что еще можно применить? Виза у нас еще есть. Ну, мне кажется, вот этот Ванзер хорошо подойдет. У него, во-первых, и процент еще какой-то повышается брони, кажется. И 290 вес, ну, более-менее лучше. И здоровье побольше, как-никак. Да. Так, что еще? Ну, руки обязательно тоже надо поменять. Какие-нибудь крепкие руки поставим. Что у него там есть? Так, он же у нас снайпер. Так что снайпер ставим соответствующее. Так, ну вот эти варианты, что это дает? Вес уменьшен, в принципе. Этот вес повышен, но плюсы идут. По весу, кажется, да? Ага, вес добавляется, вот это минус вес. И здоровье больше. Удар плюс 10. Ну, минус, короче. Давайте вот это сделаем. Поставим эту руку. Правую какую-нибудь другую можем поставить.
Влазит. Вот это, чтобы поставить рексив. Давайте рексив поставим. Так, касательно ног. Ноги тоже слабые довольно-таки. Что такое поставить? Побег. Вес, конечно, поднимается, но зато защита крепче становится, что очень радует для снайпера. Как раз таки именно защита ему нужна крепкая. Да и здоровье плюс 200 не помешает. Что еще? 330 получается. 190. Побег плюс 4%. Но вес зато поменьше. Здоровье тоже оптимально, но побег увеличен, это радует. Хотя, вот здесь, вот 19, мне кажется, вот этот получше будет, естественно. Ставим его. Что еще? Рюкзак можем поставить? Хоть самый легкий. Можем на мощность поставить рюкзак. Давайте на мощность поставим. 800, блин, дороговато. Ладно, вещи. Вид брони. Краска. Поставим другой камуфляж. Так, поставим броня. Вороненая сталь, что ли, цвет? Поставим, допустим, не знаю, черный цвет. Так, вот такой вот снайпер у нас получился. Так, ну Дэрил тоже что-нибудь можно установить. Рюкзак, например. Рюкзака, к сожалению, нету. Можно какой-нибудь поставить. Какой рюкзак поставить? Повышает мощность. В принципе, лучше, наверное, укомплектовать по мощности, я так думаю. Давайте оружие посмотрим, что за оружие есть. Левая кисть. Какой-нибудь мощный автомат надо поставить. Так, стоит... А, у него дробовик. Тогда дробовик поставим. Плюс 20, плюс 10 получается. А у того сколько было... Ага, обычное ружье. Это легкое вроде как бы ружье, но урон, наверное, маленький будет. А вот зато ущерб у этого больше, ну и вес больше, соответственно. Мы поставим его. Так, на левую кисть, что ему поставить? Вроде как бы кастет стоит. Мне кажется, кастетом я особо не пользуюсь. Мне кажется, лучше ему поставить щит. Честно, я кастетом вообще не пользуюсь. Лучше, наверное, щит поставить. Хотя. Можно даже два дробовика поставить. Ага, вес повышается. Да, тогда я вот что сделаю. Поставлю рюкзак на мощность. Какой-нибудь простенький можно поставить за 200. И, допустим, оружие на левую кисть.
Точнее, на правую. Такой же дробовик поставим. Такие шины. А, все-таки он такой тяжелый. Ладно, можно поставить другой, например, запчасти. Тео, допустим, у него 340, да? Ну, поставим, допустим, вот этот. Плюс по плюсам идет. Да и он и полегче. В общем-то, немного, кажется. Что еще? Такой есть. Есть вот такой. Есть вот такой. Он, естественно, больше может таскать. Ну, давайте поставим такой. Побег, конечно, не очень будет. Хотя, можно другой поставить. Давайте поставим такой покрепче. Нужно корпус поставить. Так, теперь. Может, даже не придется рюкзак покупать. Да, ставим два дробовика. Так, ну 200 еще очков осталось, можно и рюкзак, если есть такой какой-нибудь дешевенький за 200, вот, на мощность, допустим. А нету тут нам что-то, место для вещей. Ага, вот. Вот такой покупим. Идеально, правда, у нас денег нет, чтобы туда что-то положить, но хотя бы так. Хотя бы уже вот так сделали. Такой ван закосил, свет сделаем. Так. Так, отлично, ставим вот такой цвет. Навороченный ланзер у нас теперь. Так, вот чиферу, конечно, бы не помешало бы оружие поставить. Допустим, какой-нибудь мощный автомат. У нас, как всегда, нет денежек, к сожалению. Все, уходим. Ну, чифер-то хрен да с ним, главное, вот те боевые единицы. Так, уйти. Так, ну что ж, ребятки, на этом, наверное, сегодня закончим. Спасибо, что смотрели. Спасибо за подписку. Добро пожаловать новым друзьям, нашим зрителям. Огромный привет, в общем-то. Приятного просмотра. И, соответственно, им что еще сказать. Завтра будет стрим у нас. Кстати говоря, завтра у нас еще будет дневной стрим. Я постараюсь его сделать, если я успею настроить эмулятор. Завтра у нас будет заказ от Джипомчика дневной по игре X-файлы на PlayStation 2. Игра 2004 года. И довольно неплохая игра. Я думаю, понравится ребятки вам. Даже чем-то похоже на Resident она. А ты старье продаешь? Старье я не знаю. Вроде оно как бы лежит, наверное, где-то, где можно продать. Но если оно осталось, то, в принципе, если мы заменили часть, то и старье, получается, отходит где-то на склад. Так получается. Но в любом случае мы еще это проверим, посмотрим. Так что, ребятки, если, как говорится, я успею завтра стрим настроить, то будет завтра стрим. Да, в общем, ребята, всем спасибо. Все, как говорится, молодцы. И спасибо, ребята, что смотрели. Всем хорошего вечерочка и кому-то спокойной ночи. Пока, ребята.